Итак, Кармен, которая пройдет уже совсем скоро, меньше месяца осталось. Главный герой спектакля «Кармен» сейчас перед вами. Это, конечно, в роли «Кармен» наша двукратная чемпионка мира Женя Медведева. Как вы правильно, конечно, говорите, в представлении здесь никто не нуждается, но я считаю, что это просто уже как надо об этом обязательно говорить. Олимпийские чемпионы, и для меня, как бы там ни принимали решение, олимпийские чемпионы, конечно, это Алексей Ягудин, четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион, и Марк Кондратюк. Я считаю, что наша команда золотая, и свое золото она выиграла, пусть официально это бронза, но для нас они золотые. И, конечно, еще хочу отметить, что Марк Кондратюк действующий спортсмен, продолжает свою спортивную карьеру, блестяще показал себя на контрольных прокатах, прям взорвал всех. Я думаю, будут тоже вопросы. И я благодарю Марка, что, несмотря на подготовку, Марк уже был участником спектакля «Кармен» и сезона. Марк выделил эти 4 дня для того, чтобы выступать перед любимыми зрителями. Поэтому такой версии «Кармен», которую увидят зрители именно в Москве, еще не было. Потому что и это будет дуэль для меня двух олимпийских чемпионов, двух людей в образе Тореадора. Только Алексей, конечно, это такой Тореадор-рок, который преследовал буквально сразу Кармен с ее рождения. А Марк – это тот Тореадор, который, при появлении которого нельзя не влюбиться в его персонаж. И когда они сойдутся вместе, мне кажется, это будет такая, это будет единственный, наверное, раз в Москве на этих шоу. Но я думаю, что это будет очень важно, потому что в спектакле «Кармен» это спектакль, уже имеющий длинную историю, ему больше 10 лет, поэтому очень волнуемся, чтобы он смотрелся свежо, актуально, ярко. В спектакле также примет участие Лиза Туктамышева. В спектакле также примут участие Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, тоже впервые для себя в новых ролях. Ну и, конечно, Альбена Денко, Максим Ставицкий и созвездие. Созвездие артистов, фигуристов. Конечно же, в роли Хосе Александр Энберт в паре с Евгением Медведевой. В общем, я уверен, что это будет событийно. Мы очень надеемся, что, несмотря на то, что в Москве, конечно, большое количество различных ледовых представлений, мне уже просто даже сам дурею от афиши, и все на льду. Вот куда уже не посмотришь, и последняя афиша, которую я видел, просто 31 декабря, Щелкунчик на льду. Кто на льду, мы уже не надо, просто на льду. Ну, Щелкунчик, музыка и на льду. Что это на льду? В общем, но у нас есть свой зритель, мы его очень ценим и очень верим в то, что спектакли «Кармен» пройдут очень-очень достойно. Я думаю, может быть, это такой заключительный спектакль именно «Кармен» в Москве, но вы знаете, что у нас еще есть и «Ромео и Джульетта», и «Анна Каренина», и много-много чего показать, и, конечно, в процессе создания нового.